В данном видео перед вами представлен универсальный ручной тестировщик. Универсальность данной машины в том, что можно построить совершенно под любой диаметр тары и также совершенно под любую длину размера этикетки. У нас сейчас в данном случае маленькая этикетка короткая. Давайте я прям вкратце продемонстрирую, как все это работает. Берем флакон, совершенно главное, чтобы круглый, совершенно любого диаметра. Подставляем. Потому что, естественно, у нас сейчас немножко по длине не подходит, точнее по ширине. Но самый факт, что наклеил. Далее, для того, чтобы наклеить на более маленький диаметр, мы сейчас все с вами проверим. Отключаем тестировщик. Внутри есть регулировочный болт, который нажимает на микрик. Он находится здесь, в уголку. Его либо открутить, либо закрутить, в зависимости от натяжения. Вы это все поймете, когда будете настраивать сами. Также, если будет необходимость, можно переместить ролик вперед, либо назад. Короче, мне кажется, у нас необходимости в перемещении не должно быть. Давайте попробуем, что вы поймете. Да? Все отлично. Пожалуйста. И еще меньше диаметра. Также отключаем машину, проверяем, чтобы ролик касался. Касается. Немножко освободим датчик. Угу. Все есть. Включаем.